Всем привет, братья и сестры! На связи отец Евген. Наверняка каждый из вас уже посмотрел про меня ролик «Разоблачение». И наверняка у каждого из вас сейчас есть ко мне вопросы. Каждый, наверное, хочет услышать какие-то пояснения, мои объяснения. Думаю, в этом ролике нужно вам все подробно рассказать и признаться. Очень волнуюсь. Я не думал, что мне придется за это пояснять, но раз уж меня разоблачили, то грех от этого как-то отнекиваться, умалчивать что-то, прятаться. В общем, да, действительно, в свое время я занимался вещами не самыми хорошими, но это было, это реально было. Я сделал огромное количество денег на ставках. Я заработал просто какие-то нереальные суммы. На сегодняшний день я заработал около... Блин, я даже не знаю, сколько я заработал. Очень много денег. Честно, я сейчас не вспомню, сколько я заработал, но там реально крупные бабки большие были. Вот, но года три назад я с этим завязал. Я уже заработал столько, что мне хватит на то, чтобы мои праправнуки жили заебись. У меня есть 4 машины. Личный самолет, дом на Ямайке, точнее не дом, а вилла. Я сейчас, кстати, тут и нахожусь, собственно. Вот он мой дом, туалет. Правда, сейчас его мои гастарбайтеры, которых я нанял за огромные бабки, они его еще строят. Если его надо выровнять, видите, он криво стоит немного. Сейчас его выровним, все будет заебись. Это вот мой огород, и я, честно, за ним слежу, нахуй оно мне надо. Я ставки делаю. Ну да, действительно, такое было, ну... Я зарабатывал бабки, зарабатывал как мог. Ну, блядь, и чё? Я, ну... Какие еще объяснения нужны? Что мне нужно еще сказать? В 2017 году я был в федеральном розыске, и меня повязали как очень опасного киберпреступника, и мне пришлось завязать. С тех пор я дал себе слово, что не буду ничем подобным заниматься, что больше никаких ставок, ничего. Все, я чист. И с тех пор я поставил себе цель, это стало моей жизненной вендеттой, разъебывать таких же ставщиков, как я. Что не так? Кого я обидел? Я разоблачал мошенников, я помогал людям не попасться на их уловки. За это я должен извиняться перед вами. Окей, извините, пожалуйста, что разъебал майора, Мадину, Жабку. Извините, пожалуйста, что опустил всех этих мошенников на землю и не дал им наебать еще 1000 школьников. Да, я ставил ставки, да, я сколотил на этом состояние, да. И что? И что? Ладно, и самое главное, S-Cube про это не сказал в своем ролике. Меня зовут не Женя. Евген — это как псевдоним, поняли? И раз уж у нас сейчас признание, то признаюсь как есть. Мое имя от рождения — Дуан Пабло Гонсалес Джонни Ваханта Истамилок. Ты думаешь, что я тебя не переиграю? Что я тебя не уничтожу? В своем прошлом, Искупчик, я никогда ни от кого не скрывал. Прикинь! Какой-то очередной фрифайрский бомж. Я вообще не знаю, кем нужно быть, чтобы настолько ссать в уши своей же аудитории. Этот ролик самый лучший, который вообще у меня выходил бы на канале. Подчистую, слово в слово, другого ролика от менее популярного ютубера. Именно поэтому я решил проверить твой игровой тег и выяснить точную сумму часов, проведенных тобой в данной игрушке. Как ты будешь делать обзор, если ты не будешь играть в это? Надо уметь, брат. На нем можно было жарить мамку создателя Fortnite. Ты больной, что ли? Зачем ты создал паблик про стендов? Ты ведь эту игру так яро хейтишь. Экслбот, ёпта. Следующий. Впрочем, какая разница, когда подписчики и так схавают? Они у тебя ничуть не умнее ебучего камня. То есть, образно говоря, все твои пруфы про ставочки и про моих друзей я сам лично тебе и дал. А чё, так можно было, что ли? Ебать ты, блядь, Шерлок!